Глава Барнаула Сергей Дугин утвердил проект планировки и межевания территории исторического комплекса Барнаульского сереброплавильного завода, известного как «Спичка». Напомним, в конце мая проект утвердили на общественных слушаниях. Теперь барнаульские защитники старины опасаются, что новые собственники воспользуются проектом, чтобы построить на территории торговый центр. Согласно этому плану, во владение города отошла часть памятника – старинная заводская плотина. Вместо этого нынешним собственникам комплекса, бизнесменам Евгению Ракшину и Надару Шонии, достался большой свободный участок рядом. Общественники опасаются, что именно там появится новый торговый центр, соседство с которым может навредить памятнику. Но автор проекта реставрации «Спички» архитектор Александр Деринг напомнил, что собственники прилюдно обещали отнестись к памятнику с должным вниманием. Пока собственники тоже, они робко, но все-таки нам на публичных слушаниях мы их напрямую ведь спрашивали, и публика спрашивала, что вы намереваетесь ли вы там заниматься реставрацией памятников от культурного наследия. Да, мы будем, был ответ. Будете вы строить гипермаркет, вот этот сумасшедший, с каким-то, они сказали, нет, не будем. Может быть, мы что-то будем, но другое совсем. Он пояснил, для того, чтобы начать как строительство, так и реставрацию, требуется проект зон охраны. Он определит, что можно будет возводить рядом с памятником, насколько высоким и объемным может быть строение. Документ уже больше года проходит согласование в Федеральном министерстве культуры. И будет ли принят в ближайшее время, неизвестно.